Привет, а расскажи, какие подарки церковь собирает? Это не церковь, это такая чарити. С помощью церкви. Да, они сейчас в этом году, по-моему, посылают Eastern Europe. И вот здесь можно. Ты можешь положить в коробку что угодно. Что угодно, да. Здесь есть рекомендации. У них есть на YouTube канал тоже. Шубокс можно набрать в поиске, и там выдаст. И там рекомендуют положить, например, зубные щетки, зубные пасты, там какие-то гигиенические принадлежности. То есть конфеты должны быть годны, срок годности до июля, по-моему, следующего года. То есть, ну вот клиент мне положил зубные щетки, кучу конфет. Это сюда 3 фунта. Да, клиент? Да. В прошлый раз я сама свои давала тоже. Мыло, гель для душа, мужской шарф. То есть он сделал не для ребенка, он сделал для семьи. Вот. А что это за семьи? Откуда они? В прошлом году они посылали даже в Украину. Было у них на сайте, в Фейсбуке, что они посылали в Украину детям. Даже я когда-то получала, мои дети когда-то получали в Латвии. Коробки, да. Ничего. Один раз было, да, что мы попали случайно на елочку, и вот детям дали такие коробки. Вот так вот. То есть это все твои клиенты? Нет, две вот эти вот. Ну-ка, кстати, вот эту коробку. А, кстати, вот этот вот мужчина, который сделал вот эту коробку, он венчался здесь вот в этой церкви со своей женой. Давно-давно. Каждое Рождество они так делают, да? Да. А здесь, вот. Здесь для девочки женщина сделала тоже, пенсионерка. Положила вот в конверт 5 фунтов еще. Можно сделать донейшн онлайн, как мембершип, просто будешь платить каждый раз. Здесь тоже вот соль для ванны, какие-то листики, мыло, мочалка, носочки, еще мочалка. То есть вот. Очень классно. Они молодцы вообще, англичане вообще насчет этого очень супер. Маша, очень активные. Подарки, да? Мы с детьми, мы ходили же, покупали подарки, ты забыла? Мы делали для девочки и для мальчика-подростков. Потому что про подростков всегда забывают, а для маленьких детей всегда делают все. Это вот такие коробочки от нас с детьми. У нас ничего шикарного, конечно, тут нет, но деткам должно понравиться. Девочки и для мальчика с открыточкой. Вот у меня еще 3 коробочки. Спасибо Юле за интервью, которое она у меня взяла в начале видео. Хочу показать еще подарки для шубокс. Открытка. Деньги. Тут одна клиентка моя сделала 3 коробки такие для девочек, для тинейджеров. И тут просто шикарные подарки. Ну просто бомба. Сумки, косметика. И тут не дешевая косметика, а хорошие фирмы Эланис и Лакоста разные, то есть бренды. Такие тапочки. Блокнотики, косметички, то есть, ну, просто огонь. Какая-то игра, смотрите. То есть, ну, очень-очень настолько продуманные подарки, что просто класс. Так, это один подарочек. И она так классно запаковала еще все. Открытка тоже 3 фунта. Чарити. Часы, конфеты. Разные крема. Тут какой-то шарфик или что-то. Вот какие-то, ну да, в общем, наборчики, расчески. И не такое, что дешевое, а просто, ну, качественное. Большое ей спасибо за это. В этом классно, даже игрушечка, медвежонок. Тоже какие-то вот косметички.
Пробники разные, приколочки, даже елочная игрушечка. В общем, ну, сами видите, да, что просто класс. Так что участвуйте тоже в такой благотворительной акции. Это шубокс, можете найти в интернете их, даже в YouTube. And in your name we bless them, Father, Son, and Holy Spirit. Amen.